Сегодня мы погрузимся еще глубже в прошлое, окутанное мраком соседа. Ну что там? Не знаю, занято. Ой, братец, ты горишь? Давай прячься. Ладненько, сыграем. Акт третий. Все в огне. Ну что, братец, готов? Сейчас я буду тебя тушить. Опачки, а кто календарь оборвал? Было же 30-е. Неужели НЛО в гости через потолок зашло? Ой, и братец продолжает свои считалочки считать. Пора валить этого дур... А, горячо, блин! Чё за бесовщина? Ну-ка. Странно, обычная комната. А чё ручка такая раскалённая? Не схватиться за неё вообще. Так, может, кружкой выбить дверь? Не, не поможет. Надо чем-то руку обмотать. О, это же прихват! Офигенно! Лучше и придумать нельзя. Все, пора валить. Сейчас я только убедюсь. Ага, сейчас я должна войти в другую комнату. Ядерен батон! Хогвартские стены! За что мне это, демоны? Третий раз выхожу с этой двери и попадаю куда угодно, но только не в другую комнату. Я больше чем уверен, что это магия братца. Что мы здесь делаем, короче? Надо спасти всех. О, ничего себе. Смотри, какой огнеупорный костюм. О, понятно. Это моя пряталка на сегодня. Жалко, я только его на себя напялить не могу. Печалечка. О, душек никто принять не хочет, а то жарковат как-то, да? Черный ворон на горе сидел и песни пел. Хочу эту штуку. Надо ее как-то потушить поскорее. Перчатка мне не поможет, походу, да? Блин, а может быть, все-таки поможет? Не, нифига. Это же не раскаленный предмет, это горящий предмет, поэтому я его не могу взять. Пожарка тут застряла. О, горе-пожарники, а. Скиньте шланг! Я тут пестик потушить хочу. А, что же делать-то? Здоровенная машина, слушай. Это же какого роста должны быть люди, чтобы в ней ездить? Какие-то бигфуты прям. О, да. Братец весь городичек спалил. Бедный город. А я пожарник, который не спешит на помощь. Я делаю все, чтобы этот город, походу, сгорел. Значит так, начнем с разведки. Ага, вижу трое на крыше. Часики мои любимые и реклама лопаты. Гениальная разведочка подошла к концу. Пришло время отправиться в жерло горящего города. Надеюсь, что я все-таки кого-нибудь спасу. Не все души погорят. Ух, как тут это... Дышать нечем. Надо было маску с собой взять какую-нибудь. У, жуть, а. Блин, как тут вообще стрёмно. И чё я здесь в одиночку делаю, вообще непонятно. С варежкой на руках. Братец явно блокбастеров пересмотрел. Такой пожарище выдумать, это ж... Так. Ага, слышу, детки орут. Войти не могу. Ребят, вы держитесь там, я что-нибудь придумаю через часик-другой. А пока пойду кого-нибудь другого спасу, кого полегче будет. Мачетна! Братец! Горящий братец! Ах ты сатанище, а! Ты чем себя облил, что так хорошо горишь? Не подходи ко мне, а то вентилем шпан дам! Ух, господи, а! Братца реально надо в Хогвартс отправить! Это ж не человек, это какое-то мистическое существо! А ты видал, какой шлейф от него остается? О, перчаточка! Ты глянь только! Такая линия! Линия огненного пердежа! Так, а что будет, если я в него встану? О, это капкан для меня. Не-не-не-не, брат. Ну, и жалко, на тебя огнетушителя нет. Смотри, что нашел. Болотца. О, что за рычаг? Непонятная фигулина. Нарисована стрелочка назад и ничего не фурычит. Сломан, что ли? А еще здесь подушки к канатной дорожке привязаны. Ничего себе, я толкать ее могу. Шикарная вещь. А я могу на ней покататься? О, здорово, лягухи, как дела? Я, правда, ни одну не увидел. Так, значит, ой-ой-ой-ой, братец бежит. А что будет, если я его сюда заманю? Может, он потушится? Братец,
Иди-ка сюда, сейчас мы с тобой искупнемся. Вон бежит, смотри. Ё-моё, вон этот пруд испаряет. Ошалеть можно. Смотри, что с подушками творится, они раздуваются. Братец, ты чё такой шальной? Отстань от меня. Вот чертяка, его даже вода не берет, он в воде горит. Чем же ты таким обмазался-то, а? Блин, опять не то. Сложная игра, я запуталась. Надо бы помочь сестренке. Да, братец, ты дал просто гениальнейшую подсказку, которую я и так уже знал, что нужно мне спасти вон тех трех чебурехов. Лучше бы подсказал, как это сделать. Я ж не Супермен, летать-то не умею. Может, их попросить спрыгнуть, а я типа на руки их поймаю. Хотя с такой высоты я бы даже сам себе в руки не прыгнул бы. Созрел у меня коварнейший план. Если все находятся где-то наверху на крышах, то, соответственно, нужно тоже подняться на крышу. Только как это сделать? Нет, так, походу, не получится. А что, если по табуреткам забраться? Точнее, по стульям. Через ножку, опа. Потом, на сидуху. Ничего себе получается, прикинь. Потом вон туда надо попасть. Вот, перелетел. Ну давай, я же паркурист. Оу, да, получилось, ништяк. Я очутился на крыше. От радости варежку выкинул. О, вот она. Значит так, а что мы делаем дальше? Куда идти? Куда ползти, куда прыгать? Походу, вон туда. Прыгать буду вот отсюда, с краешку, потому что две попытки издалека увенчались неуспехом. Ну что, разгон? Да! Ай да ножки, ай да молодцы, у меня надо будет им потом массаж ног сделать. Куда дальше? Похоже, что вот сюда. Там вон что-то есть такое. О, вот это дистанция. Вот это прыжок сейчас будет, походу, да? Ладно. Наберемся смелости, разгончика. О, да. Смотри. Там вон, походу, чуваки сидят, да? Ах, вы картошины, все тут горят, а вы на крыше шашлычок мутите. Ладно, спасать вас буду тогда в последнюю очередь. Вам там, походу, по кайфу. Итак, чуть-чуть отвлеклись. Продолжим наше восхождение на крышу домов. Отлично, лесенка. Ого. И высоко я уже забрался. Так-с. Подожди, окошечко, по-моему, было открыто, да? Е-е-е. О, утюг. А нафига здесь утюг? Еще и лом. У меня мест в карманах нет. Труханы забиты. Чё делать-то? А тут чё, пусто. Придется чем-то пожертвовать. Что-то нужно будет выкинуть, потому что надо с собой взять лом. Как дом трещит. Такое ощущение, что он сейчас сорохнет. Надо по-быстрому решать и сваливать отсюда. Сейчас давай-ка скинем мы с тобой. Что скинем? Скинем мы, наверное, сейчас утюг. Фух. Я думал, он сейчас зацепится где-нибудь об дом и не упадет на землю. Но пронесло все. Все, пойдем за ломом быстренько. Мало ли, вдруг пригодится. Лом, я пришел спасти тебя. Отлично. Теперь ты у меня есть. Может, что сломаем здесь? Походу, нет. Тогда вылазим через это окошечко. И поползли выше. Чего нас ждет наверху? Опачки, трубы какие-то. И все, что ли? Что дальше-то делать? Куда идти, куда бежать? Как мир спасать? О, да ладно. Вон туда, что ли, прыгать? Как-то шикотно. Но что поделать? А может быть, туда куда-нибудь прыгнуть? Не, через эти дома я точно не спасу вон тех ребят, которые тысят на вершине той крыши. Давно бы уже ворона оседлали, да улетели бы оттуда. Все, я решил, будем прыгать туда. Ух, что я там про Супермена говорил? Кажется, я умею летать. Тут еще, вон, братец понизу бегает, охотится на меня. Да шиш он меня достанет. А я все ввысь и ввысь бегу, и поднимусь я на вершину, где получу свою медаль. Все, конец вершины, тут обрыв. Походу придется на стол прыгать, да? А зонта-то нет, парашюта нет. Что делать?
Если я туда плюхнусь, я походу разобьюсь. Или не разобьюсь? Я же Супермен. Супергерл. В пожарной форме. Вон туда, на трубу приземлюсь. С краешку. Главное, чтобы она не рухнула. Воу! Да-да-да-да-да-да! Я точно Супергерл! Ну-ка, чего у нас сегодня на ужин? Воу! Человечек! Не-не-не, я таким не ужинаю. Чувак, как ты сюда забрался? Как ты вообще додумался спрятаться в тарелке и накрыть себя... Как эта штука называется? Не знаю. Короче, есть у меня тут вентиль. И походу он сюда подходит, да? Оу! Наполним болотце, которое иссушил наш братец. Кстати, нормально так пополнилось. Нифига себе. Ну, по крайней мере, жабы теперь довольны. Картофельная башка, не обижайся, но ты балласт. Тебя нужно куда-нибудь скинуть, чтобы взять еще один предмет. Так, вот здесь безопасное место. Все, лети. Только в воду не залети. А то я тебя потом не найду же. Ну, че ты... Чепушил ты картофельное. А, ладно, потом, надеюсь, и найду. Так. Ну что, пошли дальше паркурить. Опа. Че это у нас там, не понял? Это что, газовая плита, что ли? О, я на газу, что ли, стою? Да ладно. Я могу повелевать газом. Выключись. Ха, прикольно. А что мне это только дает? Непонятно. А что, если нам эта газовая плита нужна для того, чтобы разогреть, например, утюг? Да будет газ! Ништяк, утюг у нас раскален. И, надеюсь, я его теперь варюшкой своей могу взять, да? Не, что-то не берется. Дубина, тебе зачем варежка? Почему ты голыми руками его хватаешь? Чтоб тебя! Курица ты маленькая. И что мне теперь с ним делать? Как быть? Как забрать? Точно, у меня же лом есть. Ну-ка. Не. Против лома нет приема, но... Блин, я еще и лом просрал. Ну, капец. Вот лом-то можно, варежка, взять. Но я его не могу взять, потому что я беру голыми руками все. Походу, у меня это по кайфу вообще обжигаться. Ну и на кой черт мне эта перчатка? Всралась выкинуть ее тогда. Не, хотя она с сердечком крутая, да блин. Ай, жизнь боль, когда ты не умеешь пользоваться перчаткой. Да давай пинайся же ты, я тебя выпну. Ну и меня выпнули. Ах вы, раскаленные предатели. Так, пойдем тогда за картофаном. Где он? Во, картофельная башка, я тебя нашел. Хоть какая-то радость. Пойдем-ка попробуем нажать теперь на рычажок. Может быть, это нам как-то поможет. Опа. Что-нибудь происходит, не? О, смотри-ка, это значит возвращает нам тучку вон ту. Все, теперь я понял. Короче, это рычаг работает только в одну сторону. Он возвращает нам вот эту тучу. Только для чего? Зачем это нужно? Воу, злая тучка, молнией бьется. Ну что, картофельная башка, настал твое время вернуться домой. Сейчас мы тебя скинем. Балласты такие. Ништяк. Один есть. Мы снова находимся на крышах и сейчас будем спасать наших любимых шашлычников. Опа-па-па. Почти я пришел к вам. Ядрен батон, у вас тут не шашлыки, у вас тут солярий. Вы тут загораете от лампочки. Ох, беда. Так, варежку скидываем. Иди подмышку мою понюхай. Ну что, вроде бы троих мы еще взяли. Лампу... Жаль, нельзя ее с собой взять. База, я притащил еще трех. Делайте откачку им от угарного газа. А мне летать, охота. За вот этой штукой я пришел. Сейчас мы еще пойдем посмотрим, что стало с нашим ломом и утюгом. Остыли ли они? Так, лом остыл. А вот утюг не остыл. Тогда лом забираю. Эх, утюг. Ой, сейчас, походу, будет у меня пестик. Крышечкой сейчас накроем. Да, получилось, я так и знал. Если нету кислорода, то не будет гореть огонь. Вот и вся фишка. Эй, пожди, пушечка. Я случайно тебя выкинул. Сейчас мы тебя подзаправим водичкой. Так, давай наполняйся. Какой странный пистолет. Стреляет водой, как будто в космосе.
очень странно. Пестик заряжен. Залазим в окно одного из горящих домов и тушим вот эту вот штуку. Там есть рубильничек, который мне, походу, пригодится. Что-то, походу... А нет, тушится, смотри. Чуть-чуть осталось. Да! Все работало! Отлично. Надо повернуть рычажок. Варюшка моя не позволяет мне это сделать. Слишком толстая рука. Есть! Повернул. Что-то где-то зашипело. Полезли-ка на крышу. Явно там что-то происходит. Ага, я так и знал. Теперь при помощи пара мы можем забраться куда-нибудь еще повыше. Ну что ж, полетели. О-о-о. Нормальненько так. Летим сюда. Какая интересная дверка. Хм, что это там за помещение такое? Ладно, войдем. О, это же воротник. Как у пожарников, по которым спускаться можно. Ю-ху! Мягкая посадочка. Сколько матрацев. А-а-а, чешуеть. И вот эти маленькие я могу взять. Они такие миниатюрные, прям... Точно! Для тех самых, чтобы постелить их возле дома, и на них могли приземлиться те эти чебураторы. Как все просто. Осталось только отсюда как-то выбраться. Потому что я что-то не вижу здесь выхода. Все, нашел я выход. Хватаем по-быстренькому все матрасы, все 4 штуки. И бежим поскорее к тому горящему небоскребу. Ну что, чуваки, пришло время прыгать с крыши. Иначе вы там сгорите. Куда бы лучше постелить матрасы, чтобы они не промахнулись и не размазало их по асфальту. О, они уже полетели, прикинь. Я еще все матрасы не расстелил, а они уже летят. Так, сейчас быстренько сюда. Сюда. Надеюсь. Короче, они промахнулись. Я не там постелил матрасы. Как же они... О, братец, тихо. Тихо-тихо-тихо, я тут спасаю людей, между прочим, не мешайте мне тут. Интересно, что будет, если я попробую потушить брата из водного пистолета? В общем, ничего хорошего. Брата у меня, походу, невозможно потушить. Ну хотя да, если его болото не потушило, то что я с пестиком-то могу сделать? Кстати, о болотце, смотри, что придумал. Запрыгиваем на облако. И бежим, толкая его прям на нем же. И это, походу, срабатывает. Офигеть. Вот это... Ха, надо было раньше это сделать. Так-так-так. Все. Облако поливает какой-то дом горящий. И сейчас потушит его. Ничего себе оно поливает. Такой напор воды жесткий. Кажется, что ребята вышли из здания. Точно. Облако спасло всех. Потушив пожар в здании, ребятки смогли из него выбраться. Ну что ж, оставляем это здесь, пукалку тоже, забираем всех 4 и походу, что все, я всех спас в этом городе. Пап! Простите меня, дети.